Так, так, так. 5-15 КД, кстати. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Бля, вот, вот едет на меня ВЗ-55, я вот просто осознаю, я ведь знаю, что это за танки, какой он опасный, поэтому вот, вот мне страшно с ВАЗиками вообще встречаться. Я вот хочу подождать своего ВАЗика и своих пацанов и сыграть с ними, а не играть в соло. Потому что если я сейчас буду играть в соло, это чучело мне выйдет, сплюнет 1000 урона в лицо, после этого я останусь без ХП и не смогу дальше играть на горе. А если я не смогу дальше играть на горе, я не смогу нормально играть в бою. Ну вот, 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 оно на ходу просто летит. Шобла-ёбла закидывает на ходу. Вот сейчас, сейчас тебя мой ВАЗик просто возьмет, поломает, блядь, напополам. Вольва, блядь, Вольва, иди убей его, Вольва, блядь. Чё ты кайтишь? Во, молодец, чопик. Все, до свидания, блядь. Вот так вот и надо с этими, блядь, агрессивными ВАЗиками. То он что-то вообще в себя поверил. Он увидел меня, подумал, что я лох. А я нихуя не лох, я просто своих пацанов подождал, да? Так сказать, приходи один, и мы одни придем. Вот, вот, в принципе, вот такая сейчас ситуация произошла. Парень не ожидал.